Снова здравствуйте, дорогие зрители, с вами я, Алексей, вы смотрите YouTube канал Paradigm, и мы продолжаем играть в Polaris Sector, именно так, и я думаю, стоит мне побольше серии сейчас записать. Я опять долго не записывал, там серии по две так записываю, еще поскольку-то. В общем, какой-то я лентяй в последнее время, то есть я выкладываю по 3 ролика каждый день. Но, как бы, так получается, что я когда-то записывал там по 12 роликов и так далее. А сейчас, в последнее время, я меньше 3 в день записываю. Иногда вообще ничего не записываю в день. И это, как бы, плохо. Тем более, что ролики всего лишь по 30 минут, поэтому... С этим проблем вообще не должно быть. И чё тут у нас? Чё почём? Тут, кстати, мы можем колонизировать планету, забавно. Раньше ж не могли, а теперь можем. По идее, это неплохая идея. По идее, это неплохая идея. Прикольно звучит. Но нам нужен этот светящийся, типа, сияющий стропон. А он чё, никуда не летит? А, тут другой стропон, короче, летит. По идее. Вот он. А, значит, еще что? Вот этот пусть здесь и остается. И транспорты. Транспорты тоже туда летят, я надеюсь. Вот, десантные, короче, корабли. Но они не заполнены. Это как бы плохо. Вроде бы плохо. Так, орбитальная верфь строится. А какого хрена здесь орбитальная верфь строится? Тут она не должна строиться, нифига. Ну ладно. Так, а тут говорили, пишется, против чего оно может. Тяжелая пехота, универсальное подразделение для захвата вражеских планет. Может использоваться для подавления мятежей, но не настолько эффективно, как это делают полицейские войска. Также дороже в содержании, чем полиция. А, полиция это как раз для подавления мятежей. А полиция против кого эффективна? Очень эффективны в подавлении волнений и дешевы в содержании, но не слишком хороши в вопросе обороны планеты от вторжения вражеских войск. Если вы слышите, короче, птиц, то не жалуйтесь. Ну, то есть, я ж их не могу заткнуть, как бы. Долбаные птицы весной ебутся. Также, что я еще могу сказать, что, надеюсь, я слышал такую историю, что, типа, если птицы будут слышны на видео, то тогда, короче, кто-то лицензировал пение птиц, и, в общем, оказывается, будут монетизировать какие-то, не знаю, другие птицы будут монетизировать мое видео, потому что это не я пою, а долбанные птицы. Пусть даже это и наоборот препятствие для игры, а не сопутствующая музыка. Так, они очень эффективны против пехоты, но уязвимы для штурмовой авиации. Ну давайте против пехоты вот эту вот шнягу заделаем. Во-первых, зафигачим. 18 лет, нифига себе. Ну ладно. В общем, вот эти вот десантники отправляются у нас вот сюда. Также здесь у нас. Здесь у нас тоже есть полезные чуваки. Ну, давайте как раз сюда и отправим все. Здесь, значит, что у нас изучается? Модуль запрета гиперпрыжка. Вот это будет прорыв на самом-то деле. Так, давайте ускоримся. Где тут кто прилетел? Ты куда прилетаешь? Ара. Мне писал один чувак, что типа как бы... нифига не эффективно то, что я делаю. То есть, что маскировка неэффективная. Но я не заметил, что она неэффективная. Может быть, просто на высоком уровне сложности она неэффективная. Но это как бы уже... Совсем другое дело. Я играю на среднем уровне сложности, поэтому... Так. А средний уровень сложности это уже совсем другая штука.
Так, погрузить, значит, и груз отправляется куда-нибудь. Куда-нибудь. Именно так, куда-нибудь он отправляется. Так, тут одна база. Тут одна база. Ну вот здесь нужна вторая база. Также сюда, когда прибудет. А, сюда уже прибыли. Даже два спутника. Это круто. Колониальный. А, точно, колониальный сюда должен лететь. Но сначала мы, конечно же, сюда отправимся. Так, стойте. Стойте, стойте. Я же еще колониального беру. Загружать колонистов, думаю, здесь не стоит. Тут, значит, что у нас? Колониальный строится, 4 года осталось. Да-да-да, сюда лети, короче, чувак. Чувак! Ты меня волнуешь. Блин, надо было отсюда войска убрать. Тут же столько войск. Можно их использовать было бы. Но с другой стороны, они и здесь нужны. Тут-то, смотрите, какая планета жирненькая. Где сияющий стропон? Я жду тебя. Без тебя мы никого не сможем замочить. Так. Вот и оно. Смотрите, сколько мы поразведывали. Тут эти вагалары. Вагинообразные. И 22. Ну, раз мы сюда можем прилететь, то пролетим, значит. О, а тут еще какая-то говно. Гамма Феникса. Теперь, в общем, надо назад лететь куда-нибудь. Вот сюда. Флот построен. Чё за флот? Еще один колонизатор. Да тут куча колонизаторов, смотрите. Давайте их объединим. Также, что мы здесь будем строить? Не знаю, гнезда строить, не строить. Сияющие стропоны, может быть, построить. Каратель. Карателей, может, или нагибаторов построить. Было бы неплохо. Карательные нагибаторы. Так, клен. Еще один нагибатор. Гнездо. Не знаю, не знаю. Давайте еще один сияющий стропон построим. Ну и все, как бы. Больше нам особо не нужно. Разве что колониальный, в принципе, можно зафигачить. Да, летите, давайте. О, стоп, ты уже успел? А, это грузовик. Ясно. Ясно, ясно. И здесь мы, короче, собираем их. Теперь можно назад сюда лететь. Угу. Где тут флот очередной достиг места назначения? Хм, это плохо, что он здесь. С одной стороны. И как бы здесь пока что... Может, не хватит топлива, чтобы вернуться к своим звездам. С одной стороны, это так. С другой стороны, нифига. Нифигак, как говорится. 1400, 1700. Давайте сюда, короче, полетим. Есть, модуль запрета гиперпрыжка. Это замечательная штука. Теперь нужно выбрать что-нибудь новое. Тяжелый оружейный форт, что-то еще. Гравитационный генератор помех, это говно. М-м-м.
торпедоносец. Вот торпедоносцы очень хорошая штука. Сделать целевым вот эту шнягу. Ну, пусть 38 лет, зато у нас будет очень много ресурсов. Через эти 38 лет там изучать какие-то новые пушки, чего-то еще я не собираюсь. Потому что мне пока что и таких хватает. Вот эти вот все корветы, в принципе, ну, пока что пусть они здесь стоят. Но в будущем можно будет с ними что-нибудь сделать такого. Так, десантный 2. Угу, ну ладно. Значит, попробуем флот. Что флот? Достиг чего-то тут. Чего же ты достиг? Ты, короче, летишь сразу сюда. Нужно колонизировать здесь планету. Определенно. И давайте, короче, попробуем сохраниться. Сейчас прямо. Бой, бой, бой. Где тут бой? Вот бой. Чё-то давно у нас не было сохранки на бой. Капец, у них все как построено, правильно так. Правда, здесь ничего кроме спутников нету. Но они за это поплатятся на самом-то деле, потому что бозонная пушка не достает до нашего сияющего стропона. Пусть даже с ионной пушкой. Так, танкеры. Вот эти вот опытные парни. Сюда летят. И сюда летят. И вы летите тоже сюда. Так. Выпустить все истребители. Теперь построение молот. Ты тоже выпусти все истребители. Пусть они тоже сюда летят. Танкер пусть здесь сзади где-нибудь находится. Эти чуваки улетают, транспорты. Ну пусть себе улетают. Не особо я хочу с ними драться. Чё за фигня тут происходит-то? Так, построение давайте... Да, давайте молот, собственно. Походу тут кроме баз ничего нету, а следовательно нужно нам как-то организованно все это уничтожать. Ты, короче, лети сюда. Ты сюда. Ну, мы тут затащим просто потому, что мы крутые, да. Так, ой. В общем, сюда. Что вы тут творите, а? Почему? Что тут за хрень происходит? А. Жаль, здесь сохраниться нельзя именно внутри боя. Так. Вот это вот плохо, что смотрите, они нас перегоняют. Истребители вообще нужно держать где-то, походу, в другом месте. Давайте их сзади держать, пусть они здесь находятся. Потому что они пока что нам только мешают. Так. Давайте включим радиус. Ну, базы мы будем по одной уничтожать. По идее, у нас это выйдет. А если истребители на нас нападут, то наш сияющий стропон с ними справится.
Я же говорю, базы против... То есть, если они без самого дальнобойного оружия, они вообще отстойные. А с самым дальнобойным тоже они отстойные. Главное, это скорость. Вот у нашего большого корабля, как и у маленьких, скорость. Это круто очень. Так, значит... Ты чё творишь? Чё они творят? Смотрите, тут глюки какие-то происходят. Вот как это неудобно просто. Я не знаю, как это неудобно сильно. Так, попробуем-ка. Вроде не стреляют пока что. А мы чё не стреляем? Ты ж уже можешь стрелять. О, начал. Молодчинка. О, смотрите, тут истребители, короче, пытаются нас сфигачить. А, видите, истребители мы уничтожили. Теперь-то наш стропон точно станет опытным. Опытный стропонишка. Сейчас на превьюшку что-нибудь зафигачим такое. Интересное. Вот как-то так, в принципе, можно превьюшку зафигачить. Так, или вот так. Ну, истребители, кстати, сейчас уже галимые. Они против чего их применять-то? Не против чего. Просто вот так вот фигачим. Бамс и все. Главное не переусердствовать. О, пошло дело. Истребители у них здесь уже закончились. Теперь можно так спокойненько немножко фигануть. Ха-ха-ха. Тупые компы. Тупые. Ну или я умный. Так, осторожней. Чтоб базонная пушка до тебя не дострелила. Иначе будет очень плохо. Сейчас тропончик всем даст. Так. Вот и все. Подчистили. О, авианосец, кстати, уничтожил один корабль противника. И сияющий стропон, конечно же, очень много уничтожил всего. Интересно, он получил бонус? Почему ты опыта не получаешь? Слушай, чувак. Почему он опыта не получил? Это странно вообще. И неправильно. Абсолютно неправильно. Так, значит, сюда летим. Тут, кстати, вот что-то есть. Флот достиг звезды Атрия. Тоже сюда? Но здесь же только что... Ну как? Как так? Как так получилось? Собрать. Ну, пусть здесь будет три, короче, базы. Пофигу. О, опять на нас кто-то напал. Один большой корабль напал. Окей, я думаю, мы справимся.
корвет. У него скорость даже меньше, чем у нашего стропона. Так. Ионная, бозонная пушка у него есть. Вот это вот очень плохо. Нужно быть осторожными. Во-первых, как бы все это назад куда-то ставим. Вот это сюда. Потому что с бозонной пушкой он как бы нам может много гадостей наделать. В остальном же давайте начинать, что ли. Так. А, он улетает. Ну ладно. Хрен с тобой. Корвет Марк 3 произведено выстрелом. Да он крут, я просто не представляю, насколько он крут. Так, ладно, плевать. Мусицида какая-то тут. А, да, это загрузить колонистов, потом разделить и потом куда-нибудь отправить заселять планеты. Где тут есть планеты какие-то интересные? Вот холодная, в принципе, довольно интересная. Я вообще без ресурсов теперь планеты не хочу заселять. Вот здесь есть и загрязненная, и еще какая-то планета. И на планетоиды есть гравитоний. Но здесь иридиума мало довольно. А вот эту планету я бы заселил. Ой, стойте! Не слишком ли вы быстрые такие? Дофига быстрые, я смотрю. А на газовом гиганте, кстати, тут плутония много. Хотя... Как-то тут планет с иридиумом не так уж и много. Во! Тут, короче, иридиум и все остальные ресурсы. Хочу вот эту вот горяченькую планеточку в прямом смысле колонизировать. В прямом смысле горяченькую я имею в виду. Так. Во! И теперь мы, короче, высадить десант. Бамс. Что терпят поражение? Но как? Но я же... Так. На корабли. Ладно. Окей. Тут, короче, строятся войска. И тут надо еще войска сделать. Значит, танки. Давайте еще танков здесь понастроим. Ага, транспорт, грузовик. Давайте, короче, клёна сюда засунем. Разобрать, потом погрузить. Потом здесь стропон через 2 месяца будет готов. К покаранию неверных. Да, вот он. Ну пусть здесь стропон и остается, а мы здесь, короче, еще кленов этих построим. Где тут он? Клен 3. Пусть будут вот такие вот штуки. Штучек 5, наверное. Истребительный вот тот вот, короче, гнездо я не хочу строить, потому что истребители, они себя не зарекомендовали. Но, может, в будущем буду строить, когда необходимость появится. Пока что я в этом не вижу необходимости. Идет сражение за контроль над планетой. Ну, разумеется. Что ж еще может идти? Так. Значит, загрузить.
Все, теперь вы летите сюда. Так, загрузить колонистов. И ищем здесь планетку, которая нам пригодится. Вот токсичная планета с большим количеством ридиума, да? 11 единиц ридиума. Неплохо. 11 единиц это, знаете ли, очень неплохо. Поэтому токсичная планета это мой фаворит пока что. Да. Вот, тут грузовик, кстати, появился. Давайте клен на него погрузим. Так, разобрать выделенные, теперь погрузить. Теперь отправить сюда куда-нибудь. Наверное. Вот сюда лучше даже. На корабли танки погрузили. Флот чего-то тут достиг. Ага. Тут, значит, нам надо вот эту планету зафигачить. Мне... Нет, это инновационно. Чтобы исследования использовались. Ну, со стропоном тут ничего нам не сделают. Да. Стропон он опасен. И с ним лучше не шутить. О, ужас. А откуда здесь столько войск? Я не понял. Вы что, уже достроили то, что я вам говорил строить? Так, танки. Еще 250 давайте. Значит, здесь тоже танки. И... штурмовики или истребители. Давайте истребителей, короче, зафигачим. Так, ты тоже достиг тут звезды, на которую я надеялся. И ты здесь будешь строить там ридиумные всякие копальни и так далее. Ридиумные и ридиумные. Так, значит, загрузить, выгрузить десант на планету. Ну, ясно, что она перехвачена планетарной обороной. Это же очевидно. А почему танки не падают сюда? Так, до поражения 50 лет. А как же танки? Но танки же! Слушайте, а танки, получается, нельзя выгрузить? А мне, короче, чувак писал, что типа... А, это океаническая планета. Какого хрена? Вот это облом. Вот это, я понимаю, обломище. Да. На океаническую планету, короче, я собрался до хренища танков строить. Бывает. Бывает, бывает. Так уж бывает, так уж выходит. Что кто-то теряет, а кто-то находит. А кто-то идет нахрен. Вроде меня. Так. И давайте сюда отправимся. И на этом я, пожалуй, закончу серию. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк, если она вам понравилась. И всем пока-пока.